После перерыва профсоюзная «Радуга» вновь вернулась в Орехово-Зуевский район и собрала рекордное количество участников. Более 100 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования подготовили свои номера. В 41-м, 40-памятном году прокричали репродукторы беду: «Оба сына, оба двое, соль земли!» Поклонились маме в пояс и ушли. Стихи – это особая страсть для Валерии Гоголевой. В рабочие будни она воспитатель в детском саду, а в свободное время пишет стихи и принимает участие во всех собраниях поэтов. У нас есть своя организация «Живые поэты» при Ликино-Дулевском ДК. Мы тоже ежемесячно устраиваем встречи, читаем стихи. Очень здорово, что проводится такой конкурс, очень много талантливых педагогов, и хочу заметить, что обстановка действительно такая, как вот в большой семье. Все очень тепло, здорово, мне очень нравится. Я надеюсь на победу. Профсоюзная «Радуга» – это настоящий фестиваль творчества, где главные участники – это педагоги и воспитатели района. Мы знаем, что учителя, педагоги, воспитатели детских садов сейчас очень загружены. Поэтому хочется немножко дать им проявить себя в другом. И сегодня тот случай – профсоюзная «Радуга». Показать свои таланты конкурсанты могли в 6 номинациях, среди которых художественное слово, хореография и вокал. В этом году в профсоюзной «Радуге» приняли участие более 100 человек. Пока одна судейская комиссия оценила выступление участников на сцене, вторая кропотливо выбирала победителей декоративно-прикладного творчества. Поделки, вышивка, картины и фотографии. Более 100 экспонатов также были разделены на номинации. О том, насколько активны и талантливы наши работники образования, уже давно знают на уровне Московской области. Ежегодно проводится профсоюзная «Радуга» областная. И 3 года подряд мы выезжали на профсоюзную «Радугу» среди всех профсоюзов области. В прошлом году у нас было 2 первых места. Это были озерецкие девчонки с танцем «Гжель», и Силкин Иван Дмитриевич, учитель Молодубинской школы, занял в вокале первое место. В этом году мы вывозили ансамбль «Русь», который занял 2 место на профсоюзной «Радуге» Московской области. Организаторы, да и сами участники надеются, что профсоюзная «Радуга» станет ежегодным фестивалем, а лучшие из лучших будут представлять Орехово-Зуевский район на областном конкурсе талантливых работников образования.